Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Мистер Робот. История молодого программиста Эллиота, страдавшего социофобией и решившего, что единственный приемлемый для него способ взаимодействия с людьми – это профессия хакера. Экстрасенсы 2015 года. Джон Кленси, экстрасенс, много раз помогавший ФБР в расследованиях неразрешимых преступлений, сталкивается с самым опасным делом в своей жизни. Его способность видеть прошлое оказывается бессильна перед новым противником, хладнокровным убийцей, который способен предвидеть будущее. Теперь, чтобы остановить серию убийств, Джон должен вступить в неравную схватку с расчетливым маньяком и найти способ загнать в ловушку того, кто всегда на 10 шагов впереди. Бойник. Саймон – скромный работяга. На работе его не замечают, а девушка мечты игнорирует. Кажется, что так и будет продолжаться вечно, но однажды в конторе появляется Джеймс. Внешне – двойник Саймона, но по характеру его полная противоположность. Уверенный, харизматичный плейбой. К ужасу Саймона, Джеймс потихоньку начинает забирать его жизнь. Любите Куперов 2015 года. Феерическая рождественская комедия о том, что бывает, когда на праздник собираются представители четырех поколений одной большой семьи. Рождество. История о веселых приключениях трех старых друзей, отправившихся на поиски лучшей рождественской вечеринки в Нью-Йорке. Закат цивилизации. Питер видит один и тот же кошмарный сон, в котором человечество подвергается атаке неизвестных пришельцев с превосходящими силами и технологиями. Когда эти видения начинают мешать повседневной жизни, Питер поддается на уговоры жены и начальника и посещает клинику сна. А там выясняется, что подобные видения приходят не к нему одному. Однажды настает тот ужасный день, когда сон сбывается, и на Землю прибывают инопланетяне, сеющие смерть, разрушение и ужас. Нас не догонит. Спонтанный, привлекательный Абель, невероятный любовник и азартный игрок. После внезапной встречи с ним заурядная жизнь Эллы полностью меняется. Вместе они пускаются в манящий подпольный мир казино, где всем правят адреналин и высокие ставки. Их зависимость становится обоюдной, что удваивает шансы и повышает риски. История любви, начинавшаяся с простого пари, вскоре превращается в неконтролируемую страсть к игре и друг другу. 21 мост. Он охотится на преступников, которые совершили на Манхэттене дерзкое ограбление, оставив после себя 8 мертвых полицейских, а продажные копы тем временем охотятся на него, пытаясь подставить. Шазам. В каждом из нас живет супергерой, нужна лишь толика магии, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово – Шазам, чтобы из сообразительного 14-летнего мальчишки превратиться во вполне себе взрослого супергероя Шазама, а все благодаря древнему волшебнику. Темные времена. История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество. Но вопреки давлению и страху других политиков, Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!